Лежит в постели старый еврей, помирает. Вдруг открывает глаза и говорит стоящему рядом внуку. «Моня, я чую запах фаршированной рыбы. Принеси мне кусочек». Внук возвращается через пару минут и говорит. «Бабушка сказала, никакой рыбы. Это на похороны». «Отличный вечер. Может, зайдем ко мне выпить кофе?» «Ну, я даже не знаю. Кофе на ночь как-то...» «Пожалуйста, у меня не было кофе уже полгода». «Все, ты заколебал меня своими шуточками про мой лишний вес. Я ухожу от тебя». «А как же наш ребенок?» «Какой ребенок?» «А ты разве не беременна?» Врач выглядывает из окна психушки и видит, что психи во дворе по очереди по земле ползают. Тогда врач просит своего молодого ассистента пойти посмотреть, в чем там дело. Часа через два ассистент возвращается весь грязный. Врач. «Что там такое?» «Да, там один больной начертил мелом линию на асфальте и предлагает штуку баксов тому, кто сумеет проползти под этой линией». «А почему вас так долго не было?» «А что, для вас $1000 не деньги?» «Вы давно курите?» 25 лет». «Вы в 5 начали?» «Вообще-то мне 42». «Прекрасно выглядите». «А, это уже алкоголь». «Поздравляю, сразу видно, что ты женился. Прекрасно отглажена рубашка». «О да, это первое, чему жена меня научила». «Петрович, а почему соседские куры перестали заходить в твой огород?» «Очень просто. Ночью я разложил на грядках 2 дюжины яиц. А утром на виду у соседей их собрал». «Слушай, а твоя жена любит по-собачьи?» «Не, она предпочитает как жук-скоробей». «А это как?» «Только к ней притронешься, она тут же сворачивается клубком и притворяется мертвой».